Здравствуйте, друзья мои. Вот хочу похвастаться вам. Вот такой красавчик у меня распустился. Это дендробиум Stardust Firebird. Мне его подарили на одном из мероприятий в нашей Gold Country Orchids. Вот. Могу практически, положа руку на сердце, сказать, что это почти мое домашнее цветение, потому что, когда мне его подарили, здесь были только почечки. Не очень хорошо видно. Здесь были только почечки, даже намека на бутона не, на бутоны не было, только почечки торчали. В общем, полностью развились бутоны у меня в течение месяца. И вот вчера вечером начали открываться цветки. Вот такой он красивый. А здесь со светом лучше. Вот такой оранжевый красавчик. Действительно, Firebird. Запаха я не чувствую. Сейчас поставлю его, чтобы он не шатался. Вот такой красивый. Ну, чего ты не фокусируешься? Вот такой. Руки у меня, что ли, дрожат? Ну, такой красавчик. На днях буду его переваливать в больший горшок, потому что вот от молодого роста уже пошли вот такие красивые корешки. Переставлю его, чуть-чуть только оберу лишний мох, остальное просто засыплю мелкой корой в глиняный горшочек, его пересажу. Вот такой красавчик, очень красивый, такой прямо солнечный-солнечный, с такими венками на губе, ну такой прямо вообще оранжевый красотун. Запаха я не почувствовала, я уже сказала, но вообще очень мне нравится. У него тут еще с этой стороны есть почечка. Вот такие они были все почки цветочные. Но это почему-то не развивается. Может, иногда бывает такое, что процветают эти цветки и начинают развиваться следующие. Ну, не знаю, разовьется она или нет. Ну, вот эти четыре цветка просто волшебные. Снова здравствуйте, друзья! Вот так полностью распустились все четыре цветка у дендробиума Stardust Firebird. Вот такие они крупные. Это крупные цветки. Руку тяжело всунуть, но вот, смотрите. Довольно крупные цветки, приблизительно такие размером со спичечный коробок, наверное. Очень красивый, оранжевый, насыщенный такой мандариновый цвет. Вот такой красивый он у меня. Здесь у меня набирают бутоны Leptodes Bicolor. Я думаю, что к середине месяца распустится. Продолжает цвести Талумния. Вот такая. И сейчас я вам еще похвастаюсь. Вот, и сейчас я вам похвастаюсь. Распустился первый цветочек в домашнем цветении моей Maxillaria variabilis. Вот такой славнючий цветочек. Вот такой он. Он уже где-то приблизительно неделю, как он распустился. Ну, то есть неделю где-то, как только начались открываться первые лепестки. Вот такой он славнюлик. Все еще цветет микрочип. Вот распустились цветки у моего сурфсонга, первые два.
Он такой яркий, насыщенный, кирпичного цвета. И вот его отличают вот эти желтые полосочки. Очень славный он. Продолжает цветение мой башмачок. Я думала, это будет последний цветок, но вот он начал доращивать бутон, будет еще. Вот таким красивым букетом зацвел уже мой красивый Кеннет Шуберт. Такой красавчик, необыкновенный. И распустились цветки у моего нового филиппинензе. Такие они белые, цветки белые, но вот сзади они розовые, и поэтому они такие кажутся немного розоватые. И вот такая желтая у него петали, а губа все-таки тоже белая. Белый красавчик. Продолжает цветение, как он называется, все время забываю. Трихоцентрум. Я его вот посадила на блок. Но мне кажется, что уже все, да, вот, увядает уже цветочек. Ну и так он, учитывая то, что это не мое цветение, а производителя, и продавался он с голой корневой, замотанный в кулечек, то вообще удивительно, что он так долго продержался, такой хорошенький. Вот этот красавчик Биглип, конечно, меня очень радует. Вот биглипы какие-то, у них цветение очень продолжительное. Так что вот такие у меня красавцы. Конечно, Кеннет Шуберт один из самых таких красивых. Выразительный цветок.